Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Ассасин, Сок Яблочный, Рекер. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что мы скачали мод на терминаторов. Будем на них смотреть, не просто смотреть, будем с ними воевать. Посмотрим, насколько у них классный интеллект, искусственный, насколько они вообще классно воюют. Ну и поставите лайк, если вам понравится. Если опять кушать, приятного аппетита. Мы будем начинать. Убивает всех. Все, Серега, я ставлю. Ага, нормально наваливает, я вижу. Он растворяет вас, получается, он мочит сразу. Идите еще, вы не идете к нему, не? Ах ты жопа. Где он, я вижу. Да нифига себе. У меня же это пальцы скрутило. Вот это он фигачит. С разных сторон надо, да. Да как он такой? И тебя, и меня. Ребята, это только первый. Самый слабый. Ха-ха, представляешь, что дальше будет? Он тактически еще отступает. Все, как его убить? Да блин. Уклоняться? Да так не очень получается. Нифига себе, если бы я его ближе поставил, что было бы. Смотрите, смотрите, что делает. Ах ты жопа, а. Серега, это очень крутой, да, челик? Да. Очень. Очень мощный кусок говна. Ого, растворил пацанов. Он в базик наш не идет случайно, не? Нет, он там, он. Эй, отвали, щенок, промахнулся. Слышь, хотела их показать, получается, они нас мочат. Т-500. Поставлю поближе. О, прикольный звук. А! Ага. Еще разок. Побежал, побежал, Серег. Как у тебя анимация? Нормально у него? Анимейшн. Да. О, а ну пусть да ударит. Нормально дамажит или нет? Давайте проверим. Да, смотри, я думал с одного раза. А, нет. О, смотри, как он развалился. Ты видел? Провода. Да. О, кстати, это что-то новенькое для Гаррис Мода, что можно так делать. Дальше. Улетел. Воу, воу, псих, прекращай. Классные терминаторы. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Давайте сделаем 10 миллионов. Осталось 9 миллионов. Убили. Да смотри, о, рассыпался, я видел. Ты ему бошку отстрелил. Хорошо, давайте дальше. Т-800. Самый классический. Терминатор классический. Замочили? Ой, отлетело. Да. Можно их потом поставить и просто взорвать возле них гранату, посмотреть, как разлетаются. Т-850. Ты что, неадекватный, что ли? Серега, вот это у него пулемет мощный. Эй, да. Я валю сразу. Сразу за угол дома. Это выстрелы громкие. Где ты, челепиздрик? Блин, шаром лупашу. У него 800 жизней вроде бы. Вот это он лупит. Ты чё, вообще неадекватный? Знаешь, Серега, это один нас мочит. Так настоящий терминатор. Смотри, один мочит сколько человек. Его настоящий притом. Да-да-да. Все, это фишман. Хорош фишман. Отлично. Т-888. Эй. Ого, он лупашит через забор. Так. Говорит, что надо отступить. На! Серега, молодец. Тут уже столько трупэйшенов лежит. Т-900. Ох ты, блин, так быстро. Растворил всех. Серега, прощай. Давайте посмотрим, как Серега вытащит. Да, это было красиво. Пацаны, бегите. Самый удачный спаун.
Не, нормально, нормально. Просто надо уметь быстро передвигаться. Хотел на него так вот напрямую в лоб. Тут такая плохая идея. А, блин, он так больно бьет. Нормально, растворитель такой. Так, слышу, успокойся, психопат. Серега, он ненормальный. Так ты что? Ты только сейчас это понял. Такая серия необычная. Повоевать решили с Терминатором, на? Успокойся. О, Фишман, я думал, Фишман его убьет. Давайте оружку возьмем нормально, потому что что-то вообще нифига мы не можем делать. А, блин, еще попасть бы как-то, а? Вот это психопат. Где оно? Попадай, попадай, вижу. Красиво, рэкер. Ну, блин, какой-то неадекватный вообще. Так, считайте, мы по нему все урона носили, блин. Так, пацаны, Т1. Сейчас начнутся машины. Они как-то криво спамятся. Хочу обратить внимание. А ты чуть выше спал. Стой, 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 стой. Не так, не так, не так. Да, блин, она как-то криво... На крышу поспала. О, все, все, все. Валите, пацаны, валите. Как вам техника? Четко. Воу, воу. Так, классный ролик мы запилили. Такое необычное выживание с терминаторами. А я тут. Давайте попробуем с базуки жахнуть. Есть попадание, пацаны. Прямое попадание. Гусеница сбита. Есть пробитие. Так, Сережечка. Я умер. Да я знаю, ну прикольно. Было бы неинтересно, если бы они легко нас дамажили. Так-то смотри. Как тебе серия сам 2? Да. Дружишь, не дружишь? А, они не докатываются. Вот это он фигачит. Че говоришь? Удерживай кнопку. При стрельбе с пушки. Да? Да. Ах ты ж жопа. О, давайте попробуем. Пригвоздитель. Эй, слышь? Ладно, не достреливает, я знаю. Сережка. Отомстите за меня. Миниган, миниган. Та не. Пацаны, давайте тактическое этот. Наступление. С перебежками. Все, 3, 2, 1. Вот это нормально я зажал. Серега, аккуратно, аккуратно. Давай, ракета пошла. Ах ты жопа, за меня отомсти. Они кончились. Нифига себе махина дебелая, согласись. Да. Такая нешуточная кабака. О, может гранатомет нам взять? У нас же есть гранатомет. Сейчас, Сережка, я покажу. Пум-пум-пум-пум-пум, где-то здесь. Вот, гранатомет, погнали. А, нет патронов. О, вот это кабака. Лимас, я вот с этого гранатомета. Ой, у меня есть другой гранатомет, тоже жесткий. Четкое попадание. О, Серега, молодец. Ну, давай посмотри, как она разрывается. Смотри, это она такой звук издает? А, это стреляет. Все, пацаны, сейчас дальше будет. Готовьтесь. Текайте. Да, лучше убежать. Так, это было Т1. Термитанк. Нормально наваливает? Да, есть такое.
У него прям патронов, да, много вылетает совсем. Да, больше пулеметов. Сдохни. Воздушный удар. Укрытие. Ух ты, аж через окно вылетел. Эпичный кадр, мне понравилось. Это не подействовало воздушный удар? Воздушный удар номер два. Он поехал? Или кто-то им управляет? Нет, сам. Умри, 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 умри. Да блин. О, нет, он живой. Нет, не убил. Ну прям взрыв мощнейший делается. О, давайте я с обычного РПГ. А ну-ка. Я убил его. Серега, и что? Остался у нас очень мощный танк, который оставил напоследок. Надеюсь, вам... Самое сочное. Да. Нам капец. А вы сейчас поймете, почему. Вот это он большой. И стенку пробивает. Пацаны, это выживание с терминаторами. Да, это выживание с терминаторами. Вы должны выжить как-нибудь. Нас прижали и на пришеленцы. Мы должны выжить на этой базе. Так, я тоже пока в засаде побуду. На тебе, говно, граната. На. Ой, красиво взорвалась граната, только от этого... Красная граната, вот кто его убьет. На. Должен четко попасть. Ай-яй-яй. Вроде бы попал, вроде бы попал. На. Я его закидал гранатами красными. Его дамажит нормально сейчас. Вот это взрывы эпические. А борта были бы еще, Серега, летающие. Давайте посмотрим, а нету обычных этих, да, NPC, пилпаков терминатора. Было бы классно. Нету. А и можно управлять? О, давайте сделаем, я буду управлять одним из низ. Давай. Ждите. Ребята, для вас сделаем последнюю выживалочку. Сейчас я отключу им интеллект, чтобы они мне не фигачили. Что, этот большой может поставить? Ой-ой-ой-ой-ой, кабан. Вот он гудит так громко. Take control. Смотрите, сколько тут всего можно сделать. Так, включить ИИ. Дайте я выйду, дайте я выйду. Так, 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 подождите, поехал. Красава. Надо просто приловчиться им стрелять. Красава. Вот это мочилово. Поехали, потихонечку будем ехать. Сейчас кто-то умрет у нас. Фокси, прощай. Целимся вот туда вот. Нормально, 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 четенько. Есть, есть. Так, прекращай огонь. Кабака. Она все равно стреляет. Ого, Серега, у меня 25 тысяч жизней. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Ой, я упал. Я не могу прекратить стрелять, она бесконечно стреляет. Я не могу этот выселиться. Могу с него выселиться. Это как это вакханалия, он стреляет и стреляет. И стреляет, и стреляет. Все? Это было жестко. Все, Серега, последний тест. Последний тест, только никто не взрывайте. Хочу посмотреть, как они разлетаются. Серега, надо какую-то бомбочку такую или гранату обычную. А, нет гранаты у нас такой.
Так, как-то взорвать их? С4 можно заспать. О, давай. О, разлетаются, разлетаются. Ого, труба Ишин. Еще. Ну? Дома же, дома. Ой, прикольно они. Че, все? 2000 куча хп. У него миллионы, наверное, просто. На, металлический кабака, умирай. Ой-ой-ой, нифига, Серега. Какой-то бессмертный, что ли. А сколько у него жизни-то? Я не знаю, я его мочил. Его, считайте, мы все мочили. Он, наверное, бессмертный? Не, ну он смертный, мы его точно убили. Нет, тогда. Я его убил. Нифигашеньки, пацаны. Не хочет кабан. Давай ядерку заюзаю. Да нет, так не интересно, мы что же умремся? Ну зато и он умрет. Ну давай я тогда свеженького поставлю, и ты взорвешь его ядеркой. Так, это у нас 3000. Давай, Серега, взрывай. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку в ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока.